Сьогодні в програму «Бізнес без галстука» прийде шеф-сомельє ресторану «Веранда на Дніпрі» Олексій Олексієнко. Він один з найвідоміших професіоналів Європи і має колосальний досвід ведення винного бізнесу в преміум-сегменті. Джерелом натхнення вважає відвідування маленьких та невідомих винних домів в Італії та Франції. Вітаю вас, пане Олексію. Дячно, що ви прийшли до нас в гості. Добрий день. Можемо розпочинати, але я запитаю, на якій мові вам зручніше? На русській. Всім звісно, що в Італії, Франції, Іспанії і в інших європейських країнах кухня і вино займають дуже важливе місце. Трудно представити собі європейську сім'ю без бокала вина за трапезою. А розкажіть о винних трендах в Україні сьогодні. Ну, действительно, если вы бываете в винопьющих, скажем так, странах и винопроизводящих, в первую очередь, это, конечно, Франция, Италия, Испания, Германия, Австрия, то, естественно, обед и ужин без бутылки хорошего вина, то и без нескольких бутылок не обходится. Так как Украина тоже в семье братских народов европейских уже, скажем, активно третий десяток лет, то, естественно, наши путешествия, наши встречи помогают и нам как бы все лучшее с Европы перенять. С тех людей, которые, скажем, производят вино, как они потребляют пищу, что при этом едят и так далее. Касательно нашей страны, если говорить о трендах в этом году, то он только начался, но он очень повторяет историю непростого 2020 года. Наверное, все замечают, что был непростой год. Конечно. И произошел такой, так как людям действительно тяжело, хочется побольше радости, поэтому основным трендом прошлого года, и я уверен, этого 2021 года, все-таки будут более легкие и веселые напитки. К веселым напиткам и легким я лично отношу в первую очередь это французское шампанское и, в общем-то, все игристые вина, так называемые спумант. Это в Италии, там кава в Испании известна, просека, то, что знает у нас народ. Неплохо уже начали наши производители. Наверное, люди больше знают там известные старые марки типа Шаба, завод, да, там. Но выходят на рынок вот небольшие гаражные, как их называют, небольшие производители. В первую очередь я имею в виду Бейкуш, Биологист, которые выпускают уже игристые вина традиционным методом шампанским. И очень неплохие результаты. Насколько важна роль сомелье при выборе напитка? Сомелье, по сути, это как для многих как гид, первооткрыватель, для многих помощник, потому что во многих известных ресторанах, если брать Киев, уже достаточно интересные, обширные винные карты, поэтому, люди спрашивают, чтобы быстрее сделать заказ. В первую очередь сомелье помогает. Если человек просто спрашивает, чтобы он рекомендовал, допустим, при новом меню, вот как происходит, да, он спрашивает в первую очередь, что бы вы рекомендовали, если я там выбираю, вот, допустим, рыбу императора. Вот сомелье должен как бы подсказать ему. Вполне возможно, у него есть уже решение, что он будет, то, что он хочет. Они выйдут в сомелье на какой-то, правильное решение такое. Плюс к этому все новинки расскажет, коротко там на какие-то вопросы ответит. Это все происходит очень быстро, в зависимости от того, что за человек и какое он решение, что он хочет. А насколько важна региональная сочетаемость вина и кухни? Вы знаете, на самом деле это очень важно, просто есть вещи, если вы путешествуете по Италии, по Франции, то понятно, что самое интересное – это когда вас принимают семьи, местные жители, вы сами ходите в те рестораны, которые, посещают местная публика, менее туристические. Там вы
обязательно и попробуйте местное вино, сочетание с местной кухней. Она всегда авторская, она всегда имеет свои особенности. И так называемые вот эти... Есть очень много локальных вин. Что это имеется в виду? Это вина, которые, в принципе, вне этого региона, но их сложно пить. Это, как правило, местные автохтоны, которые... Скажем, вот вы его сюда привезете, начнете продавать, и как-то сразу народ, ну, может не понять это вино. Но там, когда вот, скажем, вы где-то в конкретном месте, то это вино будет очень вам хорошо с местной кухней. Вы можете удивиться, привезя его в Киев, эту бутылку, попробую, и не поймете, зачем вы ее привезли. Такое тоже бывает. Поэтому, ну, опять же, это нужно время, а сейчас, к сожалению, это только воспоминания. Мы все хотим поехать, но не можем. Да. У нас есть так называемая терраса, третий этаж. Там происходят все летом романтические встречи, и там просто кроме шампанского и игристого практически ничего не пьется. Если там на первых двух этажах, ну, тоже оно пьется, но не так, то там практически не бывает тихого вина, потому что там именно цветы, романтические встречи и так далее. Да, это так. Они автоматом идут. Там были до смешного случая. А у кого появилась и как идея собрать коллекцию винтажных шампанских? Ну, на самом деле, так как мы уже давно, скажем, с вином дружим, шампанское – это, в принципе, тоже вино. Мы считаем это как бы высшее. Ну, в моем понимании, это, скажем, очень интересное, высшее, наверное, в плане вкуса, эмоций на вино. Поэтому, как в любой коллекции, хочется иметь что-то особенное. Угу. Поэтому эта идея всегда была. Тем более у нас винные карты, это мы покупали до этого больше тихие вина, частные коллекции. Покупали, когда продавали люди, скажем, ну, кто-то бросал пить, с кем-то еще что-то такое, вот кто-то просто выставлял на продажу. Все эти очень редкие вина мы покупали, понимали, что есть такой человек, который интересуется. Мы достаточно долгое время и успешно их продаем. И всегда хотели, в общем-то, привезти еще коллекцию разных винтажей шампанского. А так как этот год, еще раз подчеркну, прошлый, он заставил всех повернуться все-таки к шампанскому ближе, то мы уже решили, уже все, уже нам пора. Мы заинтересовались этой темой и, в общем-то, там как могли, мы в разных направлениях работали. И вот первая наша коллекция уже привезена, уже ее покупают люди. Кто покупает выпить, кто поставить на полку и любоваться. То есть вот такое. Все-таки тогда винтажное шампанское – это больше про особый вкус или статус, имидж? Я думаю, это все вместе. И особый вкус, подход тебя как бы, как, может, такой эстет, принцип понимания, да, чувства, ты имеешь, ты можешь чувствовать. Угу. Ты научился чувствовать вино. Вот. И ты к этому подошел. И, скажем, винтажное шампанское – это уже даже более высокий уровень. То есть ты оттренировался на тихом вине, шампанское дорогая, это дорогая штука, требует идти дальше. И ты уже идешь дальше. То есть и коллекция, и понимание вкуса, что происходит с известными тебе марками. Ты прекрасно знаешь, что такое Дом Периньон. Ну, неужели не интересно при возможности посмотреть, как он выглядит там 70-го года урожая, там 65-го? Ну, кто же те люди, которые покупают бутылку за десятки тысяч гривен? Ну, есть ли спрос вообще? Ну, конечно, ну, люди же покупают старые марки за 2 миллиона долларов. Зачем им эта марка? Ее даже нельзя наклеить там, ни на какой конверт, никуда. Зачем-то покупают. Вот. Это коллекция, это его интерес, по сути дела. Кто-то тратит там на кошку, там, угу, за миллион.
Ну, я условно говорю, но принцип. Эти люди, да, это тот, кто давно в вине. У меня за вот эти последние там 2,5 десятилетия очень много людей, с которыми я рос, развивался. Мы ездили по различным производителям, мы вместе приходили к каким-то выводом. Мы вместе устраивали много-много лет подряд различные дегустации. Мы собирали различные вина разных годов. То есть мы шли к этому, и таких людей много. За эти годы в Украине очень много, ну, я уже не говорю про то, что винных погребов и людей, которые разбираются, очень многим этого уже мало. Они хотят именно, ну, скажем, до тонкости все понимать. Не хотят понять, даже если вот мы пробовали, как ведет себя прекрасные немецкие рислинги. Хочется, там, попробовали несколько производителей, которому там 20-25 лет. Многие вина просто люди, которые идут туда, они как бы все время покупают и пьют зародыши, но по сути дела. То есть вино должно пролежать еще 30 лет какое-то. И тогда он видит, что становится. Тогда ему интересно идти к этому времени, понимаете? Вот для этого, наверное, сейчас есть такая мода и потребность, чтобы кроме тихих вин, старых винтажей, было шампанское. Потому что сейчас это модно, и все это... Ну, то есть это нередкое увлечение, да? Что? Коллекционировать вин – это нередкое увлечение. Нет, это нередкое увлечение. Ну, как правило, понимаете, коллекционировать. Человек коллекционирует, но, как правило, человек, который коллекционирует вино, он же и любитель вина. Он собирает друзей, он чем-то хочет, что-то ему всегда нравится больше. Он гуляет по этим, по своим фантазиям и пытается их осуществить. Ну, вот можно сказать, что мы помогаем осуществить некоторые фантазии сейчас. А как выстраивалась ценовая политика? Вы знаете, у нас, я вам скажу, у нас дело в том, что вообще наш подход, если вещь очень дорогая, мы практически, ну, то есть речь не идет, в принципе, на Украине уже ушло то время, в Украине, да, ушло время, когда, скажем, раньше там рестораны, кафе, там бары какие-то умножали сумму на 5 и были счастливы. Mm-hmm. Такого давно нет. У нас, в принципе, у всех уже, у большинства нормальных людей нормальный европейский подход. То есть есть ресторанная наценка, там грубо говоря, если там купил за 200 гривен, то в ресторане вы его можете купить там за 390. Там за 400 гривен. Это нормальная наценка. Вот. Что касательно дорогих вин, то мы практически там очень маленькую сумму, и речь идет в абсолютных числах, там нет никаких умножений. То есть, грубо, там 50 тысяч гривен вино стоит, мы его продали за 55. Это больше, скажем, наш welcome нашим друзьям. Это, ну, по сути дела, таким, скажем, ну, не то, что торгуют, а это немножко другое. А планируете ли вы дальше пополнять коллекцию винтажей? Очень планируем. Да? У нас такие планы, да. У нас грандиозные планы именно по... У меня вообще очень много идей, они родились вообще недавно, но я их озвучивать не буду. Ну что ж, вы заинтриговали. Нет, на самом деле, если взять... Да, мы будем работать, мы будем, конечно, пополнять коллекцию. Мы надеемся, что снова будет возможность, понимаете, полететь во Францию, полететь на выставки. Мы, кстати, больше всех, одни из большинства пострадали больше всех, потому что наши страны, ну, вы знаете, во Франции рестораны закрыты уже больше, чем полгода, в Италии закрыты, все закрыто, выставок никаких нет. То есть мы сейчас, ну, скажем так, живем как бы надеждами и головой. Вот, и, к сожалению, даже виноделы к нам боятся сейчас прилетать, приезжать некоторые. То есть наши встречи, наши фудпейринги проходят в Зуме, по телевизору и так далее. Ну, мы, как и весь мир, к сожалению, вот так вынуждены сейчас жить. Но все равно мы надеемся, что в конце лета, там, может быть, эта осень все изменится. Вот. Мы очень довольны, вот, что, скажем, вот последним приобретением, то, что я сказал, это очень интересные итальянские вина, потому что у меня были очень много, я потратил время, и в Италии очень давно непросто. Если вы во Франции, даже будете на юге Германии или в Австрии, вы можете гораздо легче найти старые винтажи,
чем в Италии. Потому что, да, вот это вот, ну, объездить интересно, все на почему? Свете, да, они все вкладывали. Вот когда прошел этот с конца 80-х, 90-е годы вот этот бум, угу. то все деньги, они продавали все свои коллекции, продавали, и на это строили новые винодельни, шли вперед, покупали новые участки. Угу. Это в Италии особенно заметно. И, скажем, когда вот в начале прошлого года мы купили вот эту коллекцию Бралла Барбареско, которая просто чудом лежала в банке. Ну, для меня вообще, я не поверил. Но вот это там полностью правильное хранение, его никто не трогал. А так, в основном, вы приедете в старые дома, там вот такая вот полочка лежит, там 5 бутылок, бешеная цена за нее, потому что, а с какого смысла? То есть итальяшки тоже уже поумнели сильно. Вот, за дикие цены, там, Кьянти 56-го года у вас будет там стоить там 700 евро. Понимаете? У нас совершенно другое, я даже не буду говорить. Ну, кто-то, кто ходит, может посмотреть, какие у нас там остались еще коллекционные вещи, кроме шампанского, там видно, какие цены. То есть у нас подход к коллекционным винам очень, очень правильный. Расскажите, пожалуйста, как вы храните эти вина винтажные? Угу. Ну, к вину вообще у нас отношение, ну, вино – это живой организм, и, в принципе, ну, мы считаем, к старым винтажам относиться надо очень бережно, при том, как в момент хранения, так, если человек заказывает эту бутылку в ресторане или там покупает себе домой, ну, человек, который, еще раз повторюсь, если человек покупает такую бутылку себе домой, старую или тихого вина, или шампанское, он понимает, что он покупает. Естественно, старое вино, вы понимаете, оно, когда хранится в горизонтальном положении, скажем, осадок, который возможен и всегда бывает, он в том же положении, если бутылка горизонтально лежит, она вот так вот, и как бы садится, угу. если он там несколько лет лежит. Это происходит в погребе. Все равно, когда идет, скажем, сюда вино приезжает, к сожалению, оно все равно трусится. Да? Да. То есть вот эта вся взвесь поднимается, и мы ее аккуратно, у нас есть, ну, винные комнаты для белого, понятно, для красного вина, они разных размеров, разные локальные зоны. Основное, что вино, любое вино, оно не любит яркого света, солнечный вообще – это смерть для вина, яркий свет совсем плохо для вина. Ну да, конечно. Поэтому понятно, что место должно быть темное, с правильной температурой, как правило, винные комнаты – это где-то порядка 7 градусов 8 для белых вин и шампанских, и игристых вин, и 16-17 градусов для красных вин. Вот. У людей дома уже в Украине, я бывал в разных винных комнатах, и есть очень хорошо оборудованные винные погреба. У кого есть там участки, и кто может, скажем, взять себе хорошего специалиста, привезти хорошее дерево и правильно углубиться в землю с шикарными там, тоже с различными инженерными там сооружениями, приборами, получается прекрасно. И даже я видел аналог бургундского погреба, достаточно большого. Я вообще даже уходить оттуда не хотел. Там, знаете, все как правильно, ступеньки долгие шли. Ну, в общем, я даже поразился, что у нас такое может быть. То есть уже вполне... Но чем все-таки погреб лучше, чем просто нормальное помещение, оборудованное для этого? Понимаете, погреб, ну, во-первых, там всегда постоянная температура, в принципе, получается. Угу. Да? Там всегда тишина. Там всегда правильное освещение. Вино требует тишину? Да, вино тоже требует тишины, да? Конечно. Но еще раз говорю, у вас дома вы можете свой погреб холодить, у вас тише, чем в ресторане. Если в ресторан не где-то совсем не прячется, но, еще раз повторюсь, мы продаем вина много, оно у нас как бы приехало на отдых. Санаторий. Потом оно уезжает дальше. Ну, вот эти старые винтажи, если заказывает у нас гость, сомелье знает, как себя вести, он очень нежно берет эту бутылку, ни в коем случае ее нельзя дергать, болтать. Ну, и вообще нормальное вино нельзя это делать, а со старыми винтажами вообще. То есть он обращается с ней, как с маленьким ребенком. Ну, и это целое действие. Мягко показывает, человек смотрит. Очень аккуратно надо открывать пробку. Для этого есть специальные штопора у нас. Ну, в принципе, как правило, если сомелье, наши сомелье открывают обычным нормальным
ножом, штопором, все получается. Главное не трясти бутылку и аккуратно налить. Что ж, спасибо большое за эту очень интересную беседу, за то, что пополнили багаж моих знаний. Пожалуйста, приходите. Приходите к нам еще. Приходите к нам еще, да. Да.